эфире программа «7 минут». В гостях у меня сегодня Алла Прученко, представитель сети магазинов «Кухня-62». Алла, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот первый вопрос у меня такой. Сейчас кухню заказать, купить, в принципе, можно, ну, много где, угу. Да? Вот какие преимущества именно у сети магазинов «Кухня-62»? Расскажите, пожалуйста. Самое главное преимущество – то, что мы являемся официальными дилерами фабрики «Три» Ульяновской, фабрики «Хаус». Причем фабрика «Хаус» – мы единственные представители в Рязани. Кстати говоря, у фабрики «Трио» постоянно проходят какие-то акции, какие-то скидки. Помимо ежемесячных моделей месяца, да, на которую действует скидка там 15-20%, в марте месяце проходит акция «Запечатлись с «Трио». То есть нужно после заказа кухни сфотографироваться на фоне нее, и вы получите подарок. Это на выбор либо мультиварка, либо что там, это, овощерезка. В общем, полезные вещи. Да, очень в хозяйстве полезные вещи. Вот, тем не менее, «Трио», она постоянно делает такие какие-то скидки и акции. Чем еще отличаемся именно мы? У нас несколько магазинов по Рязани. Мы делаем все кухни именно по индивидуальному заказу. То есть, если у вас какой-то кухня нестандартного размера, либо очень большая, либо очень маленькая, всегда подстраиваемся под клиента. Все кухни рисуем в программе 3D-карт. Опять же, это программа от самой фабрики. То есть, вы видите свою кухню в цвете, видите все, как у вас будет именно стоять в будущем. Вот это вот, так скажем, основные преимущества. И самое важное, на мой взгляд, это все-таки, что у нас вся продукция сертифицирована, и фабрика дает гарантию 2 года от производителя уже непосредственно на гарнитуры. Угу. Вот еще, когда мы что-то заказываем, покупаем, да, хотелось бы не только гарантии, например, но и проверенные временем, да, вот магазины, как бы там фирмы, вот сколько времени существует уже? Я вас поняла. Если мы говорим о наших магазинах, о магазинах, то больше 2 лет уже мы на рынке рязанском. Если бы не было каких-то гарантий с нашей стороны, мы бы не развивались, да, именно в эту сторону, не открывались бы какие-то новые магазины. Поэтому я думаю, что доверие покупателей все-таки это самое важное. Момент. А вот «Хаус» отметили 15 лет, насколько я знаю. Нет, да? Не «Хаус», «Трио». Фабрика «Трио» отметили 15 лет. А в связи с этим как раз каждый месяц дают нам какие-то скидки, акции. А вот вы говорите, что кухни по индивидуальным заказам, да, все это рисуется, все это красиво, можно посмотреть. А вот на вашей памяти были, например, какие-нибудь заказы, которые запомнились? Там, я не знаю, желтенькое в горошек, там, зеленое в цветочках, в сердечках. Было что-нибудь вот действительно запоминающееся, что-то такое необычное? Экстравагантное, вы знаете. Не совсем еще доведен заказ до логического завершения. Вот сейчас мы с девочкой с одной работаем. Она прям вот хочет кухню. Увидела модель «Тропикана» на сайте именно «Трио», да? Там идет кухонный гарнитур по прямой. И как мы привыкли, обычно углом кухни ставится. А это просто шкафчики уменьшенной глубины висят на стенке. Очень интересно смотрится. Причем цветовая гамма немножко другая. Соответственно, там стеновую панель с фотопечатью подбираем какую-то интересную. Вот такой вот момент. То есть, по сути, нет ничего невозможного. Конечно, да? Главное, фантазии. Если работает, то, в общем, все это, любую фантазию можно осуществить. Конечно. Причем мы, если мы берем, допустим, фабрику «Хаус», там вообще делаются размеры вплоть до миллиметра. То есть можно вообще все-все-все. Все, что хотите. Раздвижные дверки на кухне тоже можем сделать, грубо говоря. Здорово. А расскажите, пожалуйста, об ассортименте. Об ассортименте магазина вы имеете в виду? Да. Кроме кухонных гарнитуров, мы занимаемся корпусной мебелью, шкафы-купе, гардеробные, какие-то гостиные. Можем даже при хорошем раскладе и детскую кроватку соорудить, если это необходимо. Также у нас в комплекте можно к кухонному гарнитуру подобрать аксессуары. Это касается не только фурнитуры и так далее. Да? Это еще может быть духовка, это может быть микроволновка. То есть вся-вся-вся техника, которую встраиваем или отдельно стоящая, тоже можем предложить. А вот скажите, пожалуйста, как бы материалы, из которых делается вся мебель, кухня, в частности, не обязательно кухня, современные какие-нибудь? Современные материалы, по большому счету, если мы берем какие-то шкафы-купе, то это в большинстве своем ЛДСП. Если мы берем кухни, то у нас представлены практически все типы фасадов и большая цветовая гамма. То есть это и пластик, и массив. Точно так же у нас кухня от эконом-класса до люкс-класса. Да, у нас, в чем еще, кстати, преимущество наших магазинов – у нас самый дешевый пластик по Рязани. То есть это на самом деле можно убедиться, да, там, придя в один из наших салонов.
Вот. Ну, вот это вот, наверное, что касается материалов, то вот так и есть. А вот если, например, человек хочет заказать себе кухню, да, или, я не знаю, шкаф, да, в общем, все что угодно, но он не очень-то знает, вот, чего он хочет. То есть в общих чертах где-то, да, вот я хочу кухню, чтобы она была квадратная. То есть если я приду, да, вы мне вот поможете, расскажете, посоветуете. Конечно. У нас, во-первых, C-менеджер проходит обучение перед началом работы. Если появляется вдруг какая-то моделька, допустим, вот Смайл недавно в трио появилась, когда корпус мы видим, да, фасады не накладные. Нас наши директора обучают этому всему новому, и, соответственно, мы помогаем вам на выборе материала, рассказываем, чем пластик отличается от массива, в чем преимущество пленки, или, допустим, почему не надо там выбирать в кухнях ЛДСП, или, ну, что-то вот такое, да, такие моменты. Конечно, а почему не надо? Выбирать ЛДСП? Ну, это я к слову сказала. На самом деле в этом нет ничего сверхъестественного. Просто ЛДСП все-таки материал скорее для корпусной мебели, нежели вот именно для кухонных фасадов, поскольку они все-таки требуют какого-то другого ухода, да, и прочности, вот таким образом. Вот мы живем в 21 веке, да, все меняется, все улучшается. Вот какие-то новинки появляются ли периодически? Периодически новинки, даже не периодически, они появляются постоянно. Опять же, если мы берем кухни, то это в трио, это шер, вот моделька интересная. Кстати, в ЛДСП сделана в одном цвете. Допустим, ее преимущество в том, что если мы поменяем шторы с синего на зеленый, то это будет другой интерьер кухни уже совершенно. Вот. Новинки в плане корпусной мебели также бывают. В основном, конечно, это цвета, цветовая гамма расширяется, это профили, допустим, да, для шкафов купе, вот какие-то такие моменты. А вот что сейчас модно? Модно сейчас все, что удобно, все, что нравится, то и модно. Каких-то акцентов делать именно там на одну или на другую модель нельзя, поскольку классика, допустим, в массиве, она всегда остается классикой и всегда остается модной. Современный стиль, он, ну, он современный стиль. И если мы дополняем какой-то там алюминиевой рамкой фасад, то вот, пожалуйста, ваша мода снова с нами. Ну и, конечно, вот хочется спросить о сроках, да, вот изготовления. Я так понимаю, можно прийти в магазин просто купить что-то готовое, да, а можно заказать, и вот сколько это будет делать? Ну, практически. У нас во всех магазинах есть модельки, которые можно купить именно с экспозиции, да, там сразу в течение 2-3 дней забрать домой, собрать. Но, как правило, мы все-таки стараемся делать мебель на заказ, потому что где-то там 3 миллиметра может не пройти, соответственно, в течение... Фабрика Трио, ну, где-то 2-3 недельки, 4 максимум она изготавливает. В договоре, соответственно, все это больше прописываем по срокам. Вот. Но, тем не менее, вот так вот быстро достаточно привозим. Собираем, вам все ставим. Ну и скажите, пожалуйста, вот куда идти? Где искать кухня 62? Кухня 62. У нас 4 салона в городе. 2 из них находятся в Конищево. Это торговый центр Арта. Бирюзова 22, корпус 3. Ориентировка там у нас, по-моему, остановка 2-й квартал, если я не ошибаюсь, называется. На Шабулина 27А. Это торговый центр НИТИ. 4-й новый построили. На 2-м этаже мы находимся. Что касается центра, то это Маяковского 111, салон Венеции. Находится прямо напротив Алфавит практически. Там чуть подальше пройти, остановка медуниверситет. И мы вернулись в Полетаевский после таких там, да, моментов, но мы туда обратно вернулись, поэтому торговый центр Полетаевский на 3-м этаже, добро пожаловать. Придем обязательно, спасибо вам огромное. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня была Алла Прученко, представитель сети магазинов «Кухня 62». Это программа «7 минут». Увидимся.